Здравствуйте, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз на 5 ноября 2023 года. Мы начинаем начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овен стремится найти утраченное было бы равновесие. Если в последнее время вы испытывали некий дискомфорт, что-то выбивало вас из колеи, то этот день отлично подходит для попытки обрести гармонию. Найдите причину негатива и устраните ее. А если этого сделать нельзя, ну или очень трудно, поменяйте свое отношение. В этот день Овну особенно удается решать конфликтные ситуации. Ему хватает мудрости и выдержки, чтобы не срываться на эмоции и не поддаваться на провокации. Любовный гороскоп для Овна. Овен в этот день имеет возможность почувствовать себя рок-звездой на концерте. Любовь будет буквально разлита вокруг него в воздухе. Кажется, что все вокруг и все вокруг хотят урвать кусочек одежды Овна. Столь яркими могут быть восторги окружающих. А уж от предложений познакомиться и вовсе отбоя не будет. Достаточно Овну выйти за порог. Если Овен пока одинок, день отлично подходит для романтического знакомства. Возможно, даже двух или трех. А может и 4. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Без хорошего стимула Овен в этот день будет откровенно бездельничать. Замотивировать себя самому у него, конечно же, вряд ли получится, а вот если с утра Овен получит волшебный пендель, то сможет даже неплохо бы и поработать. Впрочем, если избежать стимуляции удастся, в этот день лень Овна не должна негативно отразиться на результатах труда. В ближайшие дни он сможет наверстать упущенное. Телец. В этот день Тельцу не стоит подпускать к себе людей с плохим настроением. Вылечить их вы не сможете, а вот подхватить вирус недовольства сумеете и очень даже просто. Если все вокруг только и делают, что ворчат, поступайте так же, как и при эпидемии гриппа. Сократите общение до минимума. Кстати, чеснок тут тоже поможет. Впрочем, гороскоп советует Тельцу различать пустые жалобы и реальные просьбы о помощи. Если кто-то в вас нуждается в этот день, помогите обязательно. А вот потакать нытью непедагогично и вредно для психики. В первую очередь для своей. Любовный гороскоп для Тельца. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Именно эта пословица наиболее точно характеризует поведение Тельца в этот день. Даже если в его отношениях с постоянным партнером все отлично, то душа и тело, скорее всего, будут жаждать внимания таких соблазнительных чужих мужчин и женщин. Женщина-телец в этот день способна вертеть хвостом перед коллегами и даже перед мужьями подруг. А мужчина может вдруг начать оказывать знаки внимания девушкам, которых раньше не замечал. Впрочем, гороскоп на этот день не сулит особой опасности для супружеской верности. Сознательность тельца вполне способна победить минутный соблазн. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день Тельца ожидают разнообразные преграды в рабочих делах, иногда имеющие вид откровенного саботажа. Гороскоп призывает идти вперед и гнуть свою линию, не обращая внимания ни на что. Любое противодействие и сопротивление Тельцу удастся преодолеть своим напором, хотя сам факт вмешательства в его дела будет очень раздражать. Но так как успех в этот день на стороне Тельца, у него обязательно получится выполнить все, что он задумал. Правда, сил на это уйдет немало. Близнецы. В этот день близнецам определенно везет. Причем во всем, начиная с мелочей в виде свободной парковки, зеленых сигналов светофора и отсутствия очередей, до вполне возможно повышения по службе. Гороскоп говорит, что главный принцип этого дня для близнецов – оказаться в нужном месте и в нужное время. Остальное получится само собой. Поэтому старайтесь в этот день вникать во все дела, участвовать во всех предлагаемых мероприятиях, совещаниях, поездках, дружеских посиделках и вечеринках. Вы не угадаете, где вас будут подстерегать удача, но постарайтесь не упустить эту возможность, сидя у себя в кабинете или дома на уютном диване. Этот день близнецам лучше провести в движении, так вы быстрее найдете свою удачу. Любовный гороскоп для близнецов. Если близнецы находятся в поиске отношений и уже отчаялись встретить своего человека,
это именно тот день, когда у них появится возможность проститься с одиночеством, или как минимум сделать в этом направлении большущий шажочек. Гороскоп предупреждает о высокой вероятности возникновения новой любовной линии в их жизни. Несвободные близнецы в этот день имеют шанс выйти на новый виток отношений, заново влюбившись в свою вторую половину. Другими словами, в каком бы любовном статусе близнецы ни состояли, в этот день у них отличное время для реализации романтических планов. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день у близнецов активируется дар убеждения и коммуникационные навыки. Они смогут убедить окружающих в чем угодно, если будут в этом заинтересованы материально. Даже самые скучные факты в их устах будут выглядеть захватывающе, поэтому близнецов можно и надо отправлять на самые сложные и проблемные переговоры. В ситуации, казалось бы, не имеющей никаких вариантов, близнецы в этот день смогут провернуть обстоятельства в свою пользу. Гороскоп призывает вперед, без всяких сомнений. Рак. В этот день раку стоит вспомнить о простых радостях. Не ладится с карьерой? Большая любовь оказалась ошибкой? А на новый спорткар не хватает капусты? Вполне вероятно, что чай с пирожным и новая комедия смогут значительно исправить настроение рака и уменьшить его страдания, вызванные тотальной несправедливостью этого огромного мира. В последнее время вы можете слишком сильно увлечься погони за иллюзорным счастьем, и в этот день, чтобы ощутить настоящий вкус жизни, гороскоп предлагает думать простыми категориями. Любовный гороскоп для рака. В этот день любовные отношения рака могут быть омрачены нерешенными вопросами с его возлюбленным. Возлюбленный, конечно же, тоже. Звезды гороскопа предупреждают о том, что раку не стоит агрессивно реагировать на замечания любимого человека. Лучшее, что может сделать рак в этот день, это спокойно обсудить ситуацию, воздерживаясь от язвительных замечаний и ответных упреков. Только взаимное уважение и стремление понять друг друга помогут раку и его избраннику в этот день предупредить начинающийся конфликт. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день звезды советуют раку слегка отойти от рутины, взглянуть на плоды своих трудов и оценить, насколько полученные результаты соответствуют их ожиданиям. Ведь упорно продвигаясь к цели, можно и упустить некоторые нюансы, которые могут значительно облегчить этот путь. Этот день располагает рака к анализу и составлению бизнес-планов, поэтому самое время продумать стратегию и тактику своих последующих действий. Лев. В этот день Льву многое дается легко, будто в танце. Гороскоп обещает ему удачу во всех начинаниях и повышение уровня личного обаяния. Там, где раньше Лев остановился бы в нерешительности, в этот день он пролетит, не задумываясь. Впрочем, стоит контролировать направление движения. Полетом лев не привык, а потому может и крылышки опалить. Пользуйтесь благосклонностью фортуны, но не злоупотребляйте ею. Любовный гороскоп для льва. В этот день льву больше обычного будет свойственна мечтательность, направленная на мысли о любви, романтике и личной жизни. А вот рабочие процессы и повседневные дела от подобного настроя могут пострадать. Время от времени лев может витать в розовых облачках своих грез, игнорируя при этом стоящие перед ним реальные задачи. Ну а с другой стороны, почему бы ему в этот день не плыть по течению? Согласно гороскопу, льву в этот день стоит смириться с таким состоянием души. Да, лев не побьет рекорды продуктивности, зато легкая мечтательная поволока в его глазах будет так привлекательна для лиц противоположного пола. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день у льва крайне удачный день для любых дел, связанных с заключением контрактов и подписанием договоров. Они сулят хорошую прибыль. Гороскоп предупреждает льва, степень его везения огромна. Но все же не стоит заигрываться и полагаться на одну лишь удачу и интуицию, ведь еще есть логика и опыт. Не стоит о них, конечно же, забывать. Удача этого дня в сочетании с трезвым расчетом. Вот компонента рецепта успеха в бизнесе. Дева.
В этот день у Девы не самое лучшее время для участия в новых проектах или знакомствах. Кроме того, гороскоп советует по возможности не назначать встречи и не посещать людные мероприятия, даже если таковые покажутся, ну, очень соблазнительными. Энергии для полноценного общения Деве может не хватить. Есть большая вероятность оказаться не в своей тарелке. Лучшее решение – самоизоляция или же вечер в узком семейном кругу. Все разговоры этого дня Девы должны быть о приятном и нематериальном, не связанном с деньгами и иными материальными ценностями. Любовный гороскоп для Девы. Деве в этот день предстоит нелегкий разговор с человеком, играющим в ее личной жизни немаловажную роль. Возможно, это ее бывший или нынешний избранник, а может быть его или ее родственники, или друзья, семейный психолог, или еще кто-нибудь. Гороскоп предупреждает, любые серьезные разговоры в этот день — это испытание для психики, но еще худшее испытание — это замалчивание проблем. В этот день, если разговор о любви и отношениях состоялся, Деве стоит постараться говорить просто, ясно и легко, не обвиняя, а находя точки соприкосновения. Такая позиция в этот день поможет отношениям Девы и ее любимого человека выйти на новую высоту. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Дева может почувствовать некоторую рассеянность и несобранность в бурлящей рабочей обстановке. Ее может преследовать ощущение, что она забыла о чем-то важном, упустила из вида заманчивое и значимое обстоятельство. Гороскоп советует Деве не стесняться и просить коллег перепроверять ее работу. Лучше такой контроль, чем нагонять за ошибки. Деве в этот день свойственно волноваться по пустякам, так что лучше исключить лишний источник беспокойства. Весы. Настрой весов напрямую отразится на их делах. Если уже с утра они настроят себя на позитив, то любые проблемы будут решаться буквально с лету. И наоборот, если весы будут думать о плохом, рисовать в воображении негативные сценарии развития событий, черные мысли и фантазии могут воплотиться в реальность. Хотите что-то получить? Представьте, что оно уже у вас в руках. Гороскоп обещает весам, что у их желаний есть все шансы сбыться. Главное в этот день не слишком завышайте планку, ведь розовых лимузинов и Брэдов Питов, как ни крути, на всех точно не хватит. Любовный гороскоп для весов. В этот день весов ожидает приятный сюрприз от любимого человека. Скорее всего, это будет что-то небольшое или даже нематериальное, но партнер весов способен вложить туда много любви. Задача весов – это заметить жест этот нежности и не обесценить его. Гороскоп отмечает, что это время отлично подходит для того, чтобы весы проследили за своим возлюбленным или возлюбленной и отметили про себя, сколько раз в течение дня тот делает что-то ради их отношений. Весы не пожалеют и наверняка будут удивлены результатом такой романтической слежки. Скорее всего, раньше они не замечали и половины этих трогательных проявлений заботы и любви. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весы могут почувствовать сильное желание кем-нибудь покомандовать. Ну а почему бы и нет? Задатки лидера можно развивать в каждом, и если весы еще не заняли начальственное положение, то это не означает, что они должны только выполнять распоряжения сверху. Грамотно организовать работу и поручить каждому дело по способностям, в этот день это может не только потешить самолюбие весов, но и вывести их на работу на новом уровне. Скорпион. В этот день гороскоп обещает Скорпиону удачу в делах, связанных с финансами и решением бизнес-задач, а вот отношения с окружающими в этот день могут не заладиться. Возможно, близкие будут раздосадованы невниманием или коллеги раздражены прыткостью Скорпиона, поэтому ему надо постараться обходить острые углы. Помните, в этот день отлично работают комплименты и мелкие взяточки. Любовный гороскоп для Скорпиона. Если Скорпион разочаровался в своих отношениях, а то и вовсе перестал верить в любовь, то это именно тот день, когда пора устранять недочеты и делать работу над ошибками. В этот день звезды гороскопа особо благосклонны к Скорпиону, поэтому хватит унывать. Пора налаживать любовные делишки. Скорпиону в этот день надо придумать достойную цель и уверенно начать идти навстречу своему счастью.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпиону не только можно, но и нужно обращаться за помощью коллегам. Это повлечет за собой три выгоды. Во-первых, разгрузит немножечко закрутившегося в делах Скорпиона и даст ему, если не отдых, то хотя бы возможность концентрироваться на чем-то приоритетном, а не распылять свои силы на все сразу. Во-вторых, даст толчок к развитию более теплых отношений с коллегами, так как людям нравится, когда их просят о помощи. Ну и наконец, в-третьих, свежий взгляд на проект — это всегда хорошо, поэтому звезды в этот день настоятельно рекомендуют Скорпиону поработать в команде. Стрелец. Гороскоп обещает. В этот день Стрелец умеет найти общий язык практически с любым оппонентом. Для этого ему достаточно лишь настроить себя на мирный лад и постараться внимательно слушать собеседника. Если вы давно откладывали серьезный разговор с близким человеком или коллегой, это отличный момент для откровений. Такт и проницательность, свойственные Стрельцу, в этот день помогут достичь взаимопонимания. Любовный гороскоп для Стрельца. Влюбленный Стрелец в этот день может мало спать, много двигаться и при этом ни капельки не уставать. Всему виной окрыляющие его чувства. Любовь в этот день способна дать столько энергии, что хватит, чтобы перевернуть целый мир. Гороскоп утверждает, Стрельцу в этот день все по плечу. Какая бы по сложности задача ни стояла перед ним, силы, дарованные любовью, помогут выполнить ее с легкостью. Звезды советуют Стрельцу смело рассчитывать на этот день как на очень успешный и устраивать личную жизнь по максимуму. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Этот день гороскоп советует Стрельцу посвятить переговорам, разговорам, улаживанию конфликтных и деликатных ситуаций, всему тому, где главным оружием является слово. Магия слова в этот день открывается Стрельцу полностью, и если он поймает нужный момент, то получит небывалую выгоду. Если же работа Стрельца не связана с переговорами и заключением сделок, то все равно в этот день он сможет найти, куда приложить такое нужное в жизни умение. Например, расположить к себе коллектив и руководство. Уж это никогда не бывает лишним. Козерог. В этот день Козерогу захочется тишины и покоя. Не стоит беспокоиться о том, что это будет выглядеть слишком эгоистично по отношению к близким людям, ведь побыть наедине с собой время от времени необходимо каждому. Этот день позволит Козерогу не только получить полноценный отдых, но и перезапустить свои эмоции. Гороскоп советует Козерогу быть честным с окружающими и не стесняться того, что иногда вам надо отступить от социальной сцены хотя бы ненадолго. Любовный гороскоп для Козерога. В этот день Козерог проснется отдохнувшим и вдохновленным. Причина – яркие эмоции и чувства по отношению к любимому человеку, или же, если Козерог пока одинок, приятное ожидание этих чувств. Вместе с любовью в его душу обещают прийти энергичность и желание покорять новые высоты. Ощущение подъема и всемогущества заставит Козерога почувствовать себя сверхчеловеком и может сопутствовать ему весь день. Главное – вовремя воспользоваться окрыленным состоянием. Гороскоп советует Козерогу. В этот день самое время наметить пару-тройку глобальных целей и на волне энтузиазма приступить к решительным действиям по покорению сердец. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Гороскоп указывает на рассеянность Козерога. Усталость тут ни при чем, просто в этот день ему сложно будет сконцентрироваться на работе. Все, что делает Козерог, ему придется проверять и перепроверять, чтобы исключить ошибки, которые неизбежно будут сопровождать его работу в этот день. Из-за этого объем выполненного задания может оказаться вдвое меньше, чем обычно. Расстраиваться, конечно же, не стоит. Этот день надо просто пережить. Водолей. Водолей в этот день вполне может рассчитывать на то, что дела пойдут лучше, чем он предполагал. Так что если его пугают грядущие переговоры, проверки или экзамены, гороскоп предлагает немножечко расслабиться, собраться и показать себя в лучшем виде. В этот день вас обязательно ценят на отлично, если только вы сами все не испортите волнением. В этот день водолей можно даже слегка прихвастнуть. Хуже не будет. Любовный гороскоп для Водолея. Даже если Водолею в этот день захочется укрыться в тихом любовном гнездышке, друзья и родственники, скорее всего, потребуют его внимания, так что вечер тет-а-тет со второй половинкой вряд ли возможен. Выход только один.
Постарайтесь объединить всех в большую компанию. Это поможет сблизиться людям, которые дороги Водолею. В этот день он будет тонко чувствовать настроение других и отлично сможет направлять общение в нужное русло. Водолею, находящемуся в романтическом поиске, гороскоп в этот день тоже не советует становиться затворником, чтобы не упустить судьбоносную встречу. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолею очень захочется расслабиться и помечтать. Да, прямо в разгар рабочего дня. Количество навалившихся дел и бесконечное обращение коллег будут требовать вернуться с небес на землю. Если Водолей пересилит себя и оставит свои мечтания на вечернее время, звезды обещают ему в этот день достаточно продуктивное время. В противном случае Водолей может дождаться, что кто-то из коллег или руководитель начнет в открытую выражать недовольство таким саботажем рабочего процесса. Рыбы. В этот день рыб отличает завидное упорство. Им особенно удаются рутинные дела, которые в другие дни показались бы утомительными. Сейчас же монотонность успокаивает рыб, так что самое время приступить к разбору стопки бумаг на рабочем столе или генеральной уборке дома. Шумные развлечения в этот день удовольствия рыбам никакого не принесут. Есть смысл сделать ставку на уединение или уютный тет-а-тет с любимым человеком. Любовный гороскоп для рыб. В этот день рыбы порой будут похожи на колючего ежика. Накопившаяся усталость способна заставить их быть резкими с окружающими. Даже если любимые люди постараются приласкать рыб, они скорее всего будут упрямо сопротивляться. Гороскоп указывает на потребность рыб в отдыхе не только от работы, но и от активного общения и даже от избыточных эмоций. Не обязательно запираться в башне. Можно просто уединиться с любимым человеком на диване перед телевизором, отключив телефон. Тихий вечер в этот день необходим рыбкам для восстановления сил, как физических, так и эмоциональных. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Этот день рыбам очень захочется посвятить хандре и лени. Залезть на подоконник с чашечкой кофе и думать о бренности бытия. Но звезды запланировали для них трудотерапию, которая быстро избавит их от дурных мыслей. И как бы рыбы не сопротивлялись, они и сами не заметят, как втянутся в работу и проведут этот день даже более плодотворно, чем обычно. Главное в этот день не позволять себе расслабляться. Вот, наверное, и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.